400-я голевая передача в карьере. Пани прошлого сезона, когда Атлетик здесь одержал победу с Недадом. Не может. Он пройдет этот финальных защитников. Справа Сержи против лидера Атлетико Мадрид. Затем Реал здорово нашел продолжение атаки передачей. Бао забил. Может быть, 20. Оставляет мяч Гризман. Кипера Атлетико Бильбао. И вот Барселона. Ушел от Иниго Мартинеса. Оставляет. Выбивает мяч к центру поля. Выиграла 2-0. Все мои рассказы о нерезультативном футболе. Араухо на фланг. Вынесенный матч второго тура чемпионата. Последний раз Барселону этот судья судил еще. Все вместилось пока в первый. Вандалуй. Дест. Оф Эускади. Прорвали Долидом. Там 90% атак. Матчи против Эльчи. Быстро пропустив. Барселона также быстро. Пасеку тоже повела в счете. Второй мяч, организованный Месси и Пе. Коллекцию самых красивых мячей чемпионата Испании. Может быть, у Барселоны, руководство Барселоны. И дальше делать не видели. Сейчас другая ситуация. И голевой. Дест. Траектории. И, конечно, как Де Йонг мяч в игре. В начале с ударом Берчичи и Ниво. Ну и остается там в запасе еще Рональда Кумана.